Алоха всем, друзья! Снова рад вас видеть. Это мобильная звездная битва 2024. И давайте я вам расскажу небольшую предысторию о том, как в прошлый раз я сыграл против Блейда. Это был конец 22 года. Конец ноября, начало декабря. Битва событий. Помню, Блейд тогда оскандалился переигровкой матча против Марко. И со мной пытался провернуть то же самое. Но я не позволил этому свершиться. Это была краткая выжимка того, что тогда произошло. На всякий случай я оставлю ссылку вот здесь, для того, чтобы вы ознакомились с предыдущим матчем. Так что приступаем к делу. Вот он мой состав. И вы даже не смотрите на игрока, которого я поставил за место ЧСВшника. Посмотрите на замены. Каждый из них способен выйти на поле и усилить игру нашей команды. Вот его состав на один апгрейд. А вот у меня на два апгрейда я себе Дуку приобрел. Теперь начали. Ну, переводы немножко, да. В его стиле. Ой-ой-ой, да, я вижу здесь. Так, перекроем все варианты. Передачи. Я скроем все варианты для передачи, блядь. Началось. Ну, он реализовался в момент скиков. Да? Ага, ага. Отсюда! Ну что я сделал? А я вот сюда. Там пас. Финт, чё за Так, это вот это вот орангу, по-моему. Да ты, блядь! Да еба, чё происходит? Да что-то, блядь, происходит? И у меня в обороне вообще никого, он... Но по-любому взбег... А чё? Ну и где, блядь? Это чё нахуй такое? Где у меня все, блядь? Что это, ну? Что, блядь, это такое, ну? Картагеня, сюда, блядь. Сюда, нахуй. 1-2. Один мяч отыграли все-таки. Да что ты, блядь, за... Блять, как же долго ты разворачиваешься, Брэдли, сука. Угу. Мне похуй за кого забивать. Главное забивать, блядь. Заебись, блядь, пас в разрез, нахуй. Так, на атаку обратно переключаем. Мне надо как-то запутаться два гола забить. А, он, блядь, тянуть время начал. О, блядь. Ты посмотри на него. Ты просто, блядь, посмотри на этого баната, блядь. Просто пос... О, блядь. Забери мяч. А? Туку мне уже не присутствует. Да не может быть такого, блядь, что... с него на что это, посмотри, ты посмотри на это, посмотри на это, просто тянет время. Я сделаю в ответ на такой
шаг. Только один радикальный ответ. Чтоб мне не предъявляли за то, что я тут беспричинно навешиваю. Он тут сам тянул время, сколько можно. Я ответил кое-каким своим оружием. Я знаю, что меня сосят занавесы. Знаю, что... Я дохуя раз говорил, что против навесов. Заканчивается матч. 2-2. От 2 очка в группе. По 2 забитых и 2 пропущенных. Что тут можно сказать? Тянул время, получил по заслугам. Вот у него самого 2 удара, 2 гола. Увидимся уже в решающем 3-м туре. Всем удачи, всем пока.